Подростки из разных школ объединились ради участия в военно-патриотической игре «Интерквест. Перезагрузка». Эти соревнования на свежем воздухе уже стали традиционными для наших ребят. В этом году они проходят в третий раз. С места событий репортаж Валерии Коневой. Слаженная работа в команде – залог победы этого состязания. Военно-патриотическая игра «Интерквест. Перезагрузка» проверяет на прочность дух новоуральской молодежи. Ведь ребята вместе проходят испытания физической подготовки, умение работать в команде, а также на знания военной науки. А главное, что в каждой из четырех команд находится по одному представителю от школы. А значит, этот путь подростки проходят только-только познакомившись. Именно поэтому стать лидером команды – такая ответственная задача. Дарья Хабулина в этот раз повела за собой команду «Зеленых» и выбрала тактику поддерживающего лидера. Команда справляется хорошо, но есть некие неполадочки. Но так хорошо, все послушаются, есть дисциплина, все правильно, молодцы. Расскажи, пожалуйста, вот для вас, для ребят, это вообще интересное занятие? Да, это очень интересное занятие, потому что тут... Общая работа, все работают вместе, друг друга поддерживают, и я считаю это правильно. «Интерквест. Перезагрузка» уже не первый год традиционно проходит на базе школы-интерната номер 53. Обширная территория позволяет с размахом подготовить все этапы игры. На школьном стадионе ребята проходят полосу препятствий и бегут армейскую эстафету. На нижней же площади готовятся к обороне и совершенствуют умения по сборке автомата. А игровая площадка превращается в место метания гранат по цели. Также при подготовке не последнюю роль играет одно из приоритетных направлений в работе школы-интерната. Интерната номер 53. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе-интернат является, конечно же, это патриотическая деятельность. У нас несколько военно-патриотических направлений нашей работы. И для того, чтобы поделиться, распространить свой опыт и вовлечь в эту работу другие образовательные организации, несколько лет назад нами была придумана и успешно реализуется военно-патриотическая игра «Интерквест. Перезагрузка». В этом году не исключение, слава богу, санитарно-эпидемиологическая ситуация нам позволяет это сделать. И мы, конечно же, с удовольствием на своей территории принимаем наших гостей из других школ. Участвуют практически все школы города. И мы совместно с детско-юношеским центром, Новоуральским клубом туристов, еще многим-многим партнерами мы проводим нашу военно-патриотическую игру на нашей территории. Еще одним давним социальным партнером военно-патриотической игры остается клуб «Крылатая гвардия». Ежегодно ребята становятся участниками показательных выступлений, а руководители формируют один из этапов состязания. Итак, военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия» снова показывает силу командной работы и становится примером для подрастающего поколения и сверстников. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.